Осенняя посевная кампания на МОЗ еще не в самом разгаре. В целом, озимый сев на зерно в нашем районе необходимо провести на площади почти в 16 тысяч гектаров. В соседнем Норовлянском еще на 8 тысячах. К работам приступили во всех хозяйствах без исключения. В числе лидеров уже традиционно Заря, Слободское имени Ленина и экспериментальная база Клиничная. Уже закончен в оптимальные сроки сева озимого рапса на площади 460 гектар. А площадь озимого сева занимает в этом году, площадя увеличены, 3390 гектар. На данный момент работает два посевных агрегата, вот, как вы видели. И мы думаем, что также в оптимально сжатые сроки завершить сева озимых. Несколько последних лет аграрии увеличивали озимый клин на зерно. Делалось это из-за засухи и минимального количества дождей. Сегодня в регионе определен оптимальный объем сева. Нынешние погодные условия позволяют работать в хорошем темпе. Не последнюю роль во время осенней посевной играют и слаженные действия коллективов. От агрономов до механизаторов. Слаженность коллектива, я так скажу. То есть вовремя подготовка почвы, вовремя загрузка, погрузка и сев. Когда дожди, то сложнее, конечно, работать. Но с одной стороны, с другой стороны, пыли нету и прохладнее. А так мы уже привыкли к любым условиям. Работаем и в дожди, и в солнце. Условия благоприятные, радуются аграрии. Посевные успеют окрепнуть после всходов и лучше перенесут зимовку. Объем работ по пшенице выполнен уже наполовину. После в хозяйствах приступят к севу озимого тритикали. Завершить этот этап посевной планируется к концу сентября. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».